Итак, совсем недолго остается до первого матча в Лиге Чемпионов между Спартаком и Барселоной. Барселона-Спартак матч в Барселоне. Поэтому новинки за сентябрь от Некрасов ТВ вот ниже следующие, вы видите, да? На футбольную тематику. В первом ролике мы раздуваем про матч Барселона-Спартак, высказываем свое мнение, кто выиграет, у кого шансы больше, у кого меньше, как бы спорим на счет, на результат поединка Барселона-Спартак. Играем роль оптимиста-пессимиста, Тимур пессимист, я играю роль оптимиста. Кстати, вот в этом видео мы также раздуваем о Месси, берем интервью у Месси, только уже уральского Месси. Все-таки я лично верю в Спартак, я ставлю на Спартак, я верю, что Спартак выиграет Барселону на Камп Ноу, это будет кульминация, это будет шок вообще. Ну и, собственно, мой прогноз должен сбыться, потому что я прогнозировал провал в сборной России на чемпионате Европы. То есть мои прогнозы все-таки стоят, как бы, наверное, имеют место быть. Вот, второй видео посвящен разбору, как бы, ну и вообще второе и третье видео посвящены разбору Реала Мадрида, Барселоны и Спартака. Во втором я видео обсуждаю, как Спартаку следует играть против Барселоны, в каком стиле. Ну а в третьем я уже комментирую все опасные моменты, анализирую матч Суперкубок Испании, ответный матч Реал Мадрид-Барселона. И, в общем, вот эти три видеоролика должны подтолкнуть футболистов Спартака, руководство Спартака к тому, чтобы, как бы, биться до последнего, не опускать руки. Тут много. Вы смотрите в тотализаторе, какие на матч Барселона-Спартак, какие коэффициенты. На Барселону 1.1, на Спартак где-то 5.6 или даже 10 коэффициент. То есть все списывают, что Спартак вот вообще без шансов это против Барселоны. Я же верю в Спартак. Вот. Поэтому должно вот это видео послужить катализатором. Ну и Спартак должен выстоять, выдержать и, как бы, шокировать общественность, показать, что не только Реал Мадрид может обыгрывать Барселону за 20 минут первую, ну и Спартак наш что-то тоже представляет из себя.